Ну что ж, ребята, жаль, конечно, что мы не дома, но стол неплохой, люди собрались хорошие, которых и на свободе-то немного. А где деньги? Мы там молчали и здесь никому не скажем. Поэтому давайте проводим старый год и вспомним, что конец срока неизбежен. Новый год уже у входа, обшмонают и запустят зону. Новый год, Новый год встречает зона, и по случаю такому принаряжен и усилен караульный взвод. Вот в окне мелькнули лычки, что там? Снова перекличка. На полосу гуляет ветер и кружится снег, и качается от ветра с гаек сорванный прожектор, и овчарки лают морды, задирая вверх. Загудел барак, заохал, но не только зэкам плохо. Довела легавых служба чуть ли не до слез. То налево, то направо, кто пинком, а кто прикладом, расшевеливают зэков, гонят на мороз. Простоим до ночи поздней, чтобы косточки промерзли, поминая мать чужую и судьбу кляня. Но уже прошло 3 года, год еще и на свободу, и теплее от этой мысли, будто от огня. Давай, Ростропович. Уже у входа обшмонают и запустят зону. Новый год, Новый год встречает зона, невеселый после шмона, вот бы сразу вслед за старым Новый год в расход.